В системе AirLink 2 можно настроить ряд дополнительных функций кондиционера, помимо тех, которыми можно управлять с помощью органов управления под экраном. Заголовок функций кондиционера показывается на всех страницах. Можно сделать следующее: включить и выключить кондиционер. Выбрать автоматический режим, нормальный, плавный или быстрый. Изменить интенсивность вентиляции. Включить рециркуляцию воздуха в салоне. Распределить потоки воздуха в салоне. В зависимости от комплектации автомобиля можно также включить или выключить дополнительные органы управления кондиционером для задних сидений, нажав кнопку «Задние сиденья». Выберите режим вручную, чтобы пассажиры на задних сиденьях могли сами регулировать интенсивность вентиляции.